Всем привет, трейдеры! Добро пожаловать на борт, друзья! С вами Капитан Песик. Сегодня у нас необычный формат. Один из моих подписчиков, Денис, очень любит открывать осколки и не очень любит качать персонажей. В этот аккаунт было влито больше 4000 долларов. Открывалось 4000 осколков под X2. И вот, собственно, герои, которые выпали под X2, недавний. И сегодня мы открываем 1644 осколка не под X2 шанс. Я лично вытащил всех своих героев топовых конкретно не под X2. Ну что ж, желаем удачи Денису, будем все быстро ускорять, быстро проматывать и поехали. Первая десятка, все будем быстро ускорять, нас интересуют только леги, и вот сразу же первая лего Дрэкстер, отлично. Будем смотреть, как же нам будут сыпаться герои не под X2 шанс и какие это герои будут. Так, вот, пожалуйста, выпадает топовый эпик Заргала, отлично. Так, третья десятка, тут ничего, одна синька. Да, под X2, конечно же, сыпется очень много именно эпиков, очень много легенд. Вот, пожалуйста, еще один топовый эпик ловец. И тридцатка осколков, друзья, не под X2, вы видите сами, какие эпики здесь сыпятся. Есть еще теория, что на донатных аккаунтах шанс дропа подкручен, но, если честно, я в это не верю. Как видите, что да, здесь вот два раза подряд тоже по 10 синих и больше, собственно, ничего. Но, как минимум, выпадают хорошие эпики, и это хорошо. Но нас интересует леги, вот Сахатый Рыцарь, супер, супер крутой эпик, очень понадобится. Нас интересует, конечно же, только леги, вот еще одна лего, к сожалению, это Лоуган. Но, в любом случае, его мы можем применять, опять же, на войнах фракций. Ну, две леги, не под X2, пожалуйста, вот вам и шанс. Сколько же еще, вот еще одна нам Заргала, одна выпадает. Мы проведем статистику и посмотрим, сколько же лего выпало за 1644 осколка в рамках одного аккаунта не под X10. Мне самому очень лично интересно, и вот еще одна топовая лего, это Бракус. Супер, супер дроп. И мне кажется, что не под X10 осколки открывать лучше, чем не под X2. Горный король, на еще, Денис, лови топовейшую лего. Слушайте, ну это полный трешняк какой-то, я вот прям в шоке. Офигеть, да. Вот, кстати, да, вот то, что как бы моя теория оправдывается, то, что выпадают леги очень хорошие и не под X2. И также видео очень много ходит в интернете. Так, закончилось. Так, ну все, место освободили, немного потерял свою мысль. Видео в интернете уходит очень много, когда люди открывают по 300, по 400 осколков под X2 и ни хрена не достают. А вот вам никакой ни X2, ни X10, идем дальше. Сколько же еще лег нам выпадет? Конечно же, нас интересуют только топовые леги. Да, вы видите, что синьки падает тоже очень много. Ну и посмотрим, может, на этом наша удача закончилась. Конечно же, мы ждем только лишь топовых лег. Конечно, Бракус, Горный Король, это вообще очень даже хорошо. Плюс топовые эпики нам упали, Заргал, Ловец. Ну что, неужели удача нас покинула? На этом все закончилось. Да, одна синька. Падает одна синька. Да, под X2, конечно же, падает больше эпиков. Но здесь видно, что падает слишком много синих героев. Талия здесь выпадает, и вот еще одна лего, и это Завия. Супер, супер, очень хорошая, полезная лего. Со взрывом ядов, конечно же, можно применять на пауке. Вот нам выпал Гаргараб, пожалуйста, не под X2. Отличный топовый эпик. Да, подвойные фракции, конечно, здесь можно будет собрать команду у Дениса. Самое главное теперь прокачать этих героев. Денис, тебе придется играть очень долго, потому что такое количество легенд уже у тебя лежит на складе. Их надо прокачать. Вот еще один ловец нам выпадает. Два ловца, ну, я не знаю, где применять. Может быть, пойдет на корм первому ловцу. Так, Ирине нам выпадет выпадает на Разана, также Мучитель выпал, собственно, эпики тоже выпали на Разана. Но чувствую, с такими темпами мы и так из осколков вытащим Разана. Ё-моё, да чтоб я так жил.
Твою мать, ребята, у меня сейчас просто-напросто обливается сердце кровью, когда я кормлю вот таких вот трешечек просто-напросто на корм. Продолжаем, место освободили, и еще у нас 1274 осколка впереди, посмотрим, что на... Вот, пожалуйста, контра нам выпадает первая на аккаунт. Гаргарабы, череполомы, отлично, отлично. Вот. По крайней мере, вот этот X2 еще был более-менее падали леги, но прошлый X2 мы открывали 3000 осколков на стриме, и там процент выпадения легенда был очень-очень мал. Хотя, ребят, ХЗ, МБ, но вот некоторые тоже пишут, что все-таки на донатных аккаунтах может быть и побольше легенд выпадает, но мне кажется, что все-таки это дело случая. Да, вы видите, что из синьки много сыпется. Да, никаких X2 нет, и что нам выпадает? Вот Джаранг отлично, Мавзолейник, Арахнит. Классные герои под ВФ. Мы идем дальше, конечно же, мы ждем еще следующую легенду. Что же нам выпадет? Ну, 1200 осколков по-любому еще леги должны насыпать. Вот и посмотрим. Так, и вот еще десяточка. Крестовики уже, по-моему, второй или третий выпадает. И еще десяточка. Пусто. Так, ну неужели леги закончились на этом аккаунте? Нет, вот она, и что это? Шемрок. К сожалению, это Шемрок, но все равно это лего. Как бы в два раза уже герои апали. Ну, как минимум, на воины фракции, конечно же, его можно прокачать. Да, книжечки, конечно же, в него я бы зажал. Так, ну что у нас будут еще? И еще одна легенда, и это Хакорн, топовая лего на арену. Ну, новичкам и, скажем так, игрокам мидгейма особо не поможет, по крайней мере, в подземках. Герой-суицидник, но в любом случае леги падают. На первом канале происходит полный шок, открываемый именно на первом русском канале, кому интересно. И вот еще одна лего, и это Василий Иванович. Ну что ж, отличный герой под ВФ, можно использовать на арену. Да, оглушение, сокращение полоски хода, ну очень слабый второй скилл, который игнорит защиту. Ну, конечно же, персонажа качать можно. Лего есть лего, у меня он прокачан на 60-й и отлично ходит на войны фракции с арбитром вместе с лекарем, закрывает 21 этаж. Так, ну что же, Василий Иванович, это хорошо, но дайте нам что-нибудь поинтересней. Так, Мавзолейник выходит, это уже дубль, он уже здесь присутствовал. Опять же, герой классный из эпических. Но нам нужны только леги. На таком аккаунте, как вы понимаете, интересуют лишь только топовые леги, не абы какие. Да, из топовых, прямо из топовых нам выпал сегодня Бракус и Горный Король. Конечно же, их обязательно надо качать. И вот очень часто я заметил, что падает вот этот новый герой, которого дают всем на халяву, темная лейн. То есть эти герои, которые можно получить на халяву, они очень часто падают. Так, вот дубль Арахнида. И, конечно, что-то давно у нас легенд не было. Уже так-то половину мы уже открыли или не открыли еще. Сейчас посмотрим, сколько у нас осталось. Сейчас дооткрываем до лимита. Так, ну, где же еще Душегуб, бомбовик, которого можно опять же на ВФ качать. И вот снова одна синька выпадает. Где же еще легенды? Будут ли они еще? Вот опять же, стандартный дроп, 9 синек и одна склепница, либо вообще 10 синих героев. Да, такое обычно происходит у многих игроков. Да, как видите, лимит уже достигнут. И вот 744 осколка еще. Так, ну продолжаем. 744 осколка. И, конечно, только по десятке и только с ускорением. Снова одна синька. Ну, лег мы достали много уже, но как бы хотелось бы побольше, конечно. 744 осколка и вот еще одна лего. Грогак. Ребята, это полное дерьмище, если мы берем этого героя в PvE контенте. Но это топовый герой на войны фракции. 21 этаж, однозначно качайте этого героя исключительно под ВФ на высоких этапах игры. Так, ну все равно, лего есть лего, это еще одна, тем более полезная в будущем. Сейчас, конечно же, здесь это лего никакой пользы не принесет, но как минимум там есть уже и
Лилитушечка, есть также препа, так что играть есть с кем. Грогака качать будем позже. Так, ну что, Грогак и все, давайте нам еще что-нибудь хорошее. Вот Валькирию дайте нам. Нет, это не Валькирия, это еще одна Лего, и это Рея. Это, конечно, уже супер круто, супер тру. Отлично, да. Вот это мне нравится. Дроп уже мне как минимум нравится. Я вам скажу, что были аккаунты, которые мы открывали под X2. Там тоже было по 150 осколков, по 100 осколков. И там, конечно, был бы даже дроп похуже. Но, да... Эпиков, конечно, сыпется заметно меньше, чем под X2, но леги падают отлично. И вот еще одна лего, хозяин гробниц. Это супер крутой герой, опять же, под ВФ. Гайд на канале, смотрите по нему, качать можно. Ну, тот же самый Сахатый рыцарь, это отличная ему альтернатива. Но Сахатый рыцарь, он же из банеретов у нас. Поэтому хозяина гробниц, конечно же, смело качайте на 60, на воины фракции. С ним я закрыл 21 этаж. Отступников. Так, ну что же нам еще выпадет из легенд? Хотелось бы, да, вот в синих осколков очень хотелось бы получить Валькирию. Мне, как бы, эта героиня, конечно же, на все случаи жизни. Так, еще один Сахатый. Не, ну блин, ну вот это реально, это просто шок-контент. Ну, еще немного, еще совсем чуть-чуть, всего лишь почти 600 осколков. Так, поехали. Ну... Опять склепница, очень много дерьма выпадает в плане эпического, да, действительно, не под X2, вот опять 3 эпика, это снова дубли, Канониса уже тоже, по-моему, 3 выпадает, так, раздиратель, где же еще леги, вот снова одна синька, камнетес. И снова 2 эпика, враск и бессмертная, враск плюс-минус, 50-50, вот бессмертная полный шлак. И, блин, мне кажется, что удача покинула нас с Денисом, но хотелось бы в это не верить. Вот снова Галкут выпадает, да, вот видите, вот такой обычно дроп получают все игроки, которые открывают по десяточке, не под X2. Вот так вот раз, а бывает и вот такой момент, когда мы достаем лорда Шазара. Отлично, и плюс еще одна лего в копилочку. Отличная лего, очень даже крутая. Можно использовать на арене, конечно же, Шазара. Топовая лидерка 32%, топовый бомбовик в игре. Но посмотрим, что же еще нам упадет из легенд, если что-нибудь упадет. Да, синька, одна синька, говна эпики. Да, вот опять же ярл очень даже ничего. Можно использовать на клан боссе, можно использовать и на ВФ, и на любой подземке. Отличный герой. Качайте ярла смело. Так, ну, еще. Дайте нам что-нибудь золотое. Все-таки 1600 осколков. Вот, 3 эпика. Вот, кстати, Василиск очень даже хороший на... В войнах фракции, в сете оглушения, закрыл с ним 21 этаж. Так, также снова Иринея выпадает. Друзья, как оказалось, я сейчас переписываюсь с Денисом во время открытия, что это твинк. Вы понимаете, что это твинк? Да, именно 4500 осколков было открыто под X2 на его основе. Я сейчас увидел скрины и просто офигел. Как-нибудь на стриме зайдем, посмотрим основу Дениса. А это всего лишь твинк. Чтоб я так жил, как говорится. Так, ну давайте. Еще у нас осталось большое количество осколков достаточно. Так, вот еще один Сахатый рыцарь. Это уже 3 на сегодня, да. И вот, опять же, да, прослеживается выпадение одних и тех же героев. То есть, этого я уже не раз замечал, и об этом мы с вами говорили. Опачки, ну вот, наконец-таки, Тайрел выпадает. Первый эпик, а не дубль. Ну и, соответственно, топовый эпик. Что вот в один день на одних героев больше шанса выпадения разработчики ставят, чем на других. И вот как сегодня вы видите, что сегодня очень часто вот выпадает тот же самый Сахатый рыцарь. Так, вот фаталист, по-моему, уже 2 нам выпадает. Ну, где же леги? Мы соскучились по ним. Караульная склепа, отлично, топовый эпик.
Так, и вот она, Лего, и это Ситалия. О, да, детка, она, конечно, шикарна. Ситалия сейчас очень актуальный герой на арене, в частности, используется даже на платине. Так, ну еще, конечно же, мы хотим достать еще парочку легенд, как минимум, и хотелось бы, чтобы они были такие же крутые, как и Ситалия. Так, ну что же, вот снова одна синька и фуфлыжные эпики. Да, давай. Золотая вспышка. Вспышка справа. Нет, снова синька. Да что ж такое? Где же еще легенды? Вот, снова синька. И да, мне кажется, что все-таки лучше открывать под X2. И вот нам выпадает Гаргараб и элитный гвардеец. Ну, хотя если рядовой игрок вот так вот клацнет десяточку из, скажем так, из 10 осколков ему выпадут Гаргараб и элитный на 30 уровне, это будет очень шикарный дроп. Друзья, вы не поверите, но я уже почти час открываю осколки и тупо кормлю трешечек на корм. И моя психика уже дает трещину, потому что это просто жесть. Ни в коем случае не делайте никогда так. Трешечек лучше всех рарок в одном экземпляре. Особенно, если вы играете без доната, оставляем на хранилище на будущие слияния. И ни в коем случае никогда не кормите эпиков. Если уж вы решили кормить рарок, вот и оккультный воин, отлично, то эпиков ни в коем случае не кормите, так как герой постоянно ребалансится. И вот мы с вами все вместе уже ждем, когда же будет ребаланс. Разработчики обещают нам его сделать во второй половине августа. И какие там эпики будут ребаланситься, и леги еще неизвестно. Поэтому ни в коем случае не кормим эпиков. Опачки, еще одна зергала, это уже третья зергала на сегодня. Сегодня день зергал и сахатых рыцарей, как я понимаю. Так, ну, да, давай еще одну, еще две легенды, и мы будем, в принципе, счастливы. Главное, чтобы эти легенды были топовые. Но, как вы видите, падает, друзья, в основном одна синька. И вывод один. Если вы все-таки копите большое количество осколков, дубль Шемрока, ну надо же, это просто эпик фейл. Если вы копите большое количество осколков, то лучше взрывайте их под X2. Да, но опять же говорю, что всех своих легенд я достал не под X2. Так, ну что, последние 40 осколков. И будем надеяться на Легу, конечно же, еще одну. По крайней мере, не дубль. Угу, опять синька. Угу, отлично. Ну-ка, что еще? Айна нам выпадает. Средненький эпик, ну... Некоторые сейчас находят ей применение на пауке на 20-м за счет штрафа защиты и слабости. Так, присяжник, тоже эпик, которого можно качать. И, собственно, все. Ну и, конечно, давайте добьем эти 4 осколка. Аж непривычно взрывать так осколки, когда мы вот так вот по 10, да еще и с ускорением. А тут по одному осколку приходится долго ждать, но вдруг нам что-нибудь упадет. Сейчас мы с вами подведем итоги, сколько же легенд мы достали за 1644 осколка, не под X2, и самое главное, каких легенд. Итак, прыгаем на склад, получается, вот на хранилище, вот это все герои, которые были вытащены под X2. Да, здесь есть классные топовые леги, но сегодня мы вытащили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 легендарных героев. Явно шанс чуть больше, чем 50,05%. И, кстати, есть, конечно же, из них топовые леги, которых надо будет качать. Также достали мы просто кучу классных топовых эпиков. Единственная контра, друзья, выпала череполом, единственный за 1644 осколка. Два ловца, как видите, Гаргараб единственный выпал. И вот три сахатых рыцаря нам упало. Нет, вот второй Гаргараб и один Тайрел. И один элитный гвардеец. Вот так вот. Денис, спасибо тебе огромное за аккаунт. Мне будет очень интересно, как, наверное, всем нашим зрителям,
посмотреть, что же у тебя там за основа. Денис обещал, по-моему, 400 войдовских осколков под X2 на войды подкопить. Так что, Дэн, ждем, ждем. Спасибо тебе огромное. Здесь, конечно же, у тебя куча работы. Так что тебе удачи. Еще раз спасибо. Друзья, вы, в свою очередь, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Капитан Песик. Всем пока. Thank you.